Добрый день, дорогие друзья, жители города-герой Тулы. Телеканал «Первый Тульский» начинает прямую трансляцию торжественных праздничных мероприятий, посвященных 69-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничная программа, торжественная программа начинается сегодня военным парадом войск Тульского гарнизона на центральной площади города. Здесь уже масса зрителей, трибуны с почетными гостями заполнены. Пришли тысячи туликов, которые окружают эту площадь, и военный парад начнется уже с минуты за минуту. За моей спиной вы видите почетный строй войск Тульского гарнизона, которые примут участие сегодня в параде. Вы увидите боевой строй военной техники. В параде примут участие также соединение МЧС. Затем праздничные мероприятия продолжатся на эстраде, которую вы видите за моей спиной. Сегодня в течение дня здесь будет проходить праздничный концерт. И мероприятия будут завершаться около 19 часов вечера прямым включением трансляции общероссийской «Минуты молчания». Также обширная праздничная программа и пройдет сегодня в Центральном парке культуры и отдыха. Будут работать тематические площадки, будут воссозданы эпизоды боевых сражений. Это все будет в районе пляжа у второго пруда, между вторым и третьим, в районе дамбы. Все это начнется в 14 часов. Дети и взрослые смогут осмотреть боевую технику, и в 14:30 будет театрализованное представление. Дальше в районе центрального круга будут работать тематические площадки, полевая кухня, выставка боевой техники. В 13:00 состоится авиашоу с показом фигур высшего пилотажа. Еще раз скажу, все праздничные мероприятия продлятся до 19 часов вечера. Будет звучать военная музыка на стилизованной эстраде военных лет. И по всем точкам, и в Пролетарском районе, и в Комсомольском парке города Тулы, в Зареченском районе, одновременно со всей страной с 18:50 до 19 часов будет прямое включение трансляции общероссийской «Минуты молчания», когда каждый житель России и Тулы, конечно же, сможет побыть наедине с собой, подумать и вспомнить о своих близких, родных, о тех событиях, которые завершились 69 лет назад. Затем в 22 часа в нескольких точках города Тулы на набережной Дрейера в сквере у драматического театра на площади Ленина состоится праздничный салют и фейерверки. Будет большое лазерное шоу, шоу фонтанов, ну, одно из лучших точек обзора, как говорят, будет являться Зареченский мост, ротонда у Зареченского моста, так что, если вы планируете посмотреть сегодня все праздничные мероприятия, заранее выбирайте маршруты объезда, потому что центральные улицы города будут перекрыты до самого вечера, но, я думаю, такая весенняя замечательная сегодняшняя погода позволит и пешком погулять по городу, успеть посмотреть все мероприятия, которые подготовлены для туликов, для гостей города. И желаем вам сегодня прекрасного весеннего праздничного настроения. Еще раз скажем, 9 мая – это праздник наиболее любимый россиянами. Праздник светлый, праздник грустный и, как поются песни, со слезою на глазах. Так что телеканал «Первый Тульский» будет освещать все мероприятия, все праздничные и торжественные события, которые будут проходить на различных площадках города Тулы. И итог дня вы сможете посмотреть в информационных выпусках на нашем канале. Ну, а сейчас, вот вы видите, за моей спиной уже собрались почетные гости. Готов командующий 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который будет командовать сегодня парадом. И я думаю, сейчас самое время переключить нам все внимание на происходящее на площади, понаблюдать за этим величественным, великолепным праздничным зрелищем. Желаю вам отличного настроения в этот праздничный день. Еще раз поздравляю вас с праздником.
государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы, флаг Вооруженных сил Российской Федерации. Смирно! Равнение на лево! Главную площадь областного центра вносится государственный флаг Российской Федерации, копия официального символа победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Знамя Победы, Знамя Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет знаменную группу гвардии майор Безносенко Андрей Петрович, отличник боевой подготовки, специалист высокого класса, награжденный медалью за воинскую доблесть. Будьте гвардейцы-десантники! Поздравляю вас с 69-й годовщиной
победы советского народа в Великой Отечественной войне! Гвардейцы-десантники! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Гвардейцы-десантники! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Дорогие ветераны, товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы, воины Тульского гарнизона, поздравляю вас с Днем Победы. Этот священный для нас праздник мы встречаем с особым волнением и трепетом, с гордостью за нашу великую Россию. Сегодня героическая Тула в едином ряду городов-героев высоко держит Знамя Победы вместе с городами-героями Севастополем и Керчью. Мы помним, с каким мужеством вся страна боролась за свободу Родины в сражениях у Сталинграда и на Курской дуге, в блокадном Ленинграде и в берегов Крыма, на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Мы гордимся отвагой и доблестью тульских оружейников, тружеников тыла, всех защитников тульской земли. У стен Тульского Кремля и на подступах к Москве они обессмертили свои имена: Болдин, Ермаков, Волнянский, Жаворонков, Агеев. Их должны знать все туляки. В их честь, в честь каждого ветерана,
Сегодня по всей стране звучат марши победы. Спасибо вам, дорогие ветераны, за свободную, сильную, несгибаемую Россию. Пусть грядущие поколения, так же, как и мы, гордятся подвигами отцов и дедов, хранят их заветы, с верой в Отечество, с любовью к Родине. С праздником вас, дорогие ветераны! С Днем Великой Победы! Слава народу-победителю! Слава городу-герою Туле! Слава России! Ура! 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 Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Напре! Во! Равнение направо. Шагом. Марш. На центральную площадь города-героя Тулы выходит знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации, копией официального символа победы советского народа в Великой Отечественной войне, знамени победы, знаменем вооруженных сил Российской Федерации. На площадь выходит рота барабанщиков отдельного батальона материального обеспечения дивизии, которую возглавляет заместитель командира батальона гвардии майор Владимир Петрович Ермолов. Перед трибунами для почетных гостей проходят роты почетного караула вооруженных сил Российской Федерации, парадный расчет которых возглавляет командир отдельного батальона связи дивизии гвардии майор Александр Владимирович Козлов. Парадный расчет сухопутных войск возглавляет гвардии капитан Андрей Николаевич Ростопчин. Парадный расчет военно-воздушных сил возглавляет гвардии капитан Андрей Михайлович Казанцев. Парадный расчет военно-морского флота возглавляет гвардии старший лейтенант Максим Алексеевич Самарыч. На центральную площадь города-героя Тулы выходят военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Парадный строй 51-го гвардейского парашютно-десантного полка возглавляет его командир, гвардии полковник Дмитрий Евгеньевич Бондарев, кавалер ордена Мужества. Парадный расчет проходящего перед трибунами подразделения возглавляет заместитель командира 1-го парашютно-десантного батальона, гвардии капитан Юрий Владимирович Колосков. Второй парадный расчет 2-го парашютного десантного батальона возглавляет гвардии подполковник Александр Андреевич Шишкин. К трибунам приближается парадный расчет 1-го гвардейского зенитного ракетного полка дивизии, дислоцируемого в городе Наро-Фоминск Московской области, возглавляемый заместителем командира полка гвардии подполковником Дмитрием Юрьевичем Накоряковым. Перед собравшимися на площади проходит сводная рота отдельных подразделений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, возглавляемая командиром роты радиационной, химической и бактериологической защиты гвардии старшим лейтенантом Олегом Сергеевичем Кучапиным. В едином парадном строю перед туликами проходит личный состав специального моторизованного полка 108-й отдельной бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, возглавляемый подполковником Дмитрием Владимировичем Клишиным. Парадным расчетом Главного управления МЧС России по Тульской области руководит временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тульской области полковник Борис Вячеславович Шовкун. Парадным расчетом 996-го спасательного центра МЧС России командует заместитель начальника спасательного центра по тылу подполковник Александр Геннадьевич Иванищев. Прохождение заканчивают сводный оркестр гарнизона и линейные. Площадь города-героя Тулы выходит механизированная колонна, в составе которой проходят образцы военной техники, находящиеся на вооружении в подразделениях воздушно-десантных войск. Это автомобили КАМАЗ с 85-миллиметровой дивизионной пушкой Т-44. Боевые машины десанта 2-го поколения с расчетом и бронетранспортеры. Самоходно-артиллерийские орудия. Десантные бронетранспортеры.
Вольно! Оркестр! Вперед! Дефиле и попурри на темы песен военных лет исполняет сводный оркестр Тульского гарнизона военный дирижер подполковник Сергей Хромов. Thank you.
Парад! С песней! Шагом! Марш! Шагом! Марш! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тулики и гости города-героя Тулы, военный парад, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, завершен. Спасибо за внимание. Дорогие ветераны, на площадь Ленина будут поданы автобусы, на которых
вы сможете проехать в центральный парк культуры и отдыха нашего города, где состоятся торжественные праздничные мероприятия. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Завершились торжественные мероприятия, завершился военный парад соединений Тульского военного гарнизона на площади Ленина, на центральной площади города Тулы. Прошли строем десантники и представители МЧС, прошла военная техника, и сейчас почетные гости, ветераны на автобусах, которые видите за моей спиной, перемещаются в центральный парк, где будут продолжены праздничные торжественные мероприятия, будут работать тематические площадки. Где-то с 13 часов приглашаем вас всех провести время в центральном парке, поздравить ветеранов, пообщаться с ними, получить положительные эмоции, послушать музыку военных лет, отведать из полевой кухни солдатской каши, посмотреть военные шоу, авиационные шоу. И в 19 часов будет общероссийская минута молчания. Также призываем вас всех принять в ней участие. И сегодня в 22 часа в нескольких точках в городе Туле будет праздничный салют, который вы можете посмотреть также. Ну а наша прямая трансляция с центральной площади Ленина заканчивается. Желаю вам отличного настроения. Еще раз поздравляю с праздником. Удачи вам! Уважаемые ветераны, на площадь Ленина поданы автобусы, которые привезут вас в центральный парк культуры имени Белоусова, где продолжатся праздничные мероприятия.